Добрый день! На канале Алекс Аверс обзор филигранной бабочки. Филигрань, серебро, эмаль. Эмаль многоцветная. Уникальная брошь, старинная. Работа тончайшая. Вы видите мельчайшие узоры. Сама бабочка, тельце сделана, ну, очень красиво, в виде цветочка распускающегося с лепесточками. Усики. Бабочка очень нарядная, красивая. Заколка оригинальная. Здесь ртутная позолота. Вещь дорогая. Я думаю, это и авторская, то есть не массовое производство. Очень красивая. Тончайшая работа, уникальная вещь. Сейчас такой тончайшей работы вы не встретите у мастеров. Бабочка продается вместе с оригинальной коробочкой. Коробочка. Кожа и ткань с бархатом, как у драгоценностей, камушков. Так что это тоже драгоценность. Мы ее прячем, коробочку. Спасибо за внимание. Пока-пока.